Можно всем, нет? Нет. Да, да, могу. Конечно, не, не ну знаю. Вот, ну серьезно, тогда ГП было, ну, блядь, он просто, снял, блядь, ему смог. ниоткуда. Ну. Не, ну просто он говорит, что не было типа вайпа, тогда ГП не надо. Да расслабьтесь, ну типа, блядь. Ну, типа, это получается, просто... все, кто на рейде сдох, должны ГП получить. На другом боссе тоже ГП получить, все, кто сдох тогда. Типа вайп, не потом, вайп. Поэтому же логика. У нас на рейде люди сдыхали же. Нас на вальке, ой, на вальке, на лане люди сдыхали. На синдре пиздели получали, вот, перевалили перемене. Все по такой же логике. Ладно, все, в ЕП дали, я пошел на приста. Ну, сейчас... Вайп на синдре, потому что там прожали мискликом танк. Не то. Бля, я не знаю, один вайп, пиздец, а не похуй, чё там, блядь, такой шум поднимать. Я пойму, если мы там долго проторчали бы. Мы, блядь, за два пула закрыли в этой обычке вонючей с вагонами. Типа этот... Вонючий, это ЦЛК. Я проебался, куда сейчас идем? ДГ? Раз. Это или я. В тюрьму. Да, раз, это что? Или в тюрьму. Да, в РС, вот же писал, блядь. Да, я блядь. Или в тюрьму, нахуй, все-таки, блядь. Тебе чешка не нужна, что ли? Мне не нужна. Он, блядь, мутик, сука. Конечно, даже РПБ. Какая чешка? Нахуй не нужна. Го в тюрьму. А дайте ханту чешку, блядь. А, пососешь, блядь, позитрон. Тебе арбалет уступил. А там же приз какой-то хотел, который когда повесил. Числите, это как-то, не понял. Нахуй тебе чешка, ты же ММ, а точнее БМ. Вот, начисли, пожалуйста. Ладно, по факту не нужна, согласен. Чё, ЕП за ЦЛК начислили уже? Когда? А. В чате. 1200. Бля, верните боток, эти генералы. Офицеры. Офицеры бота, верните, пожалуйста. Или это КГМ может быть. Кана, ты собираешь? Дайте в РС купать, кто там собирает? А, да, бля. И Квантрикс там тоже плюсовал, накиньте. Квантрикс. Он ждал, пока он ссылка закрыл. Ребята, чё вы сцепились, блядь, нахуй. Бля, каждая обычка какая-то хуйня происходит. Реально, блядь. Даже я пришёл, даже я на РТ пришел нахуй. Он даже не проспал, нахуй, блядь. Даже не опоздал, прикинь. Ну, блядь, это плюс ЕП. Да, блядь, ты 10 тысяч ЕП мне надо дать, да ты что? Так, почему меня еще не засумонили? Что за хуйня? Стени кого-то. Ты кто? Так, блядь, налогов нахуй это еще. Лили, это новичок или твин? Это мейн. Это мы, да. Да, Сус, обычный у вас этого Сашка. Я же только день, я что нахуй тебе этот гром? А нахуй мне... Я забываю. Турба лучше, чем гром. Хуй его знает. Ну смотри. Так, я вообще хочу две трубы нахуй здесь. Вопрос, дестрики же не носят нахуй эти, да? На хосту тринкет. Поэтому они с нуля нахуй идут. Смотри, по приору дестрики. Я вот сейчас на синдре стоял и просто охуевал, как у меня шея прокнула охуенно. Синдра улетела, губы появились, шея прокнула. Второй раз. Такая же хуйня. Третий раз точно такая же хуйня. У меня прям по таймингу все. Я теперь просто понимаю, какая она бесполезная, блин. Подождите. Не, ребят, вы, конечно, прикольно, что залетаете, а вы лока-то не хотите сумнуть на камни, блять, а? Нет. Один залетел в такой вред, второй залетел. Да, не ругайся. Лок должен первый лететь, нахуй, брать и лететь, нахуй. Лока должны сумонить. Что там? Нихуя, не. Коу, Лели. Давай, давай их даже.
Давай их хоков сумоним, что на всякий случай. Мы что, как обычно, либо курит, либо камней нету. Все, Лен, а вот, пока вылетит. Садись на маунт, Лен, пошли тебе. Стефочка, блядь, Рит опять на пришел. Надо бы сходить, хочу попробовать чарку достать. Да, чтобы пояс выбить кожаный. Воин, слышишь, у него падала чарка на воина. Мне нужна просто чарка на пузо, там это, быстренько, чик-чик. Окей, зайдешь на этого, там, Лем? Много. Там же кто еще на замене сидел. У меня аж нет, плюс 15. 4 хила собрадит, как пока. Да? Класс. А, значит, не ебай нахуй не надо. Блядь. Печеньку туда же. Заебись, вы не разбили. Вопрос повторю. Шкаф? Шкаф, пожалуйста. Повторю. Секунду, повторю вопрос. Фаермаги и дестрики идут нахуй с твинкой на хосту? Да. Да. Фаера, да. Дестрики, не знаю. Дестрики тоже нахуй идут. Ну, тоже нахуй. Там у меня карта. У меня карта, я чё, нахуй иду? Да, нахуй идёшь. Да. Ничего, что, мы запускаем? Да, на это, Кункин. Бабл, пожалуйста. Да, ладно. Это пиздец. Да, спасибо. Два фасика мы эту залупу ебаную. На улице, там пищу подрочек. Сколько будет мочь? Да, не, сам. И не это справа, который. Себе или кому-то? Да. Не знаю. А миликов сколько стаков я? Бля, когда эта тварь убила, все бафы слетели. Mm-hmm. А то тебя мог не прохилить просто, даже мало. Всего 4 хила. А че ты не на панде свои ебаные, Кана? Кана. Блять, узбек уснул нахуй. Го? Пошел за кумысом. Днем чистикс. Короче, вообще три. Стака два, максимум три. Лучше два. Беги, малыш, беги. Второму чё не закрыли, суки? Не понял. Да. Я застанил, нахуй. Ты я застанил, блядь, кит не дал, а ты второму не дал, нихуя. А чё, может, я первым должен был сан давать? Не, ну я же дал. Ну, твоя проблема, нахуй. Бля, ну так всегда, нахуй. Сука. Сука. Дай, кутка. Пидор. Диминишинг, нахуй, из-за тебя. Бля, ну так тогда, нахуй. Ладно, это мы закроем. Давай я ему закрою. А, нихуя мне, блядь, шок лайф, нахуй. Да-да, Хадель. Говори. Блядь, в моем топовом? Давай, нахуй, я готов, нахуй. Ты ж, Кана, а чё ты на пандисы не пошёл? Нахуй. Не знаю, мне полтаешь нужно... чё-нибудь. Мне тринкет нужен, но... Че я полутаю на своей панде? А чё тут есть? Еще хоть за ДЦ? Да-да-да. Ой, бай. В 2Т10, ну. В 2Т4 шпшку. Нормально. Я в хитовом шмоте херел, и ничего. Звучит страшно. Оп, нахуй, все, оделся, нахуй, пацаны. Хочешь, иди за БМ, и я по ДЦ. О, давай. Хочешь, поехали? Да, поехали. В личку. Пока трэш бьют, ну.
Где кроги, блядь? Ни разу тему, кажется, от них не видел. Кого? Ну, комбат-роги, блядь. Мертвый. Так они еще с X2 мертвый, друг. Да, чё? Я подумал, может, за то, что их на X2 убили, и тут люди тоже на них сразу болт положили. Слушай, еще вроде в старом Т4 они были нормально. Ну, тут, да. Тут вроде еще говорили, типа, то, что, ну, как только, типа, серф открылся, они были нормальные. Хуй знает. Я на X2 играл, наоборот, не помню. Т4 других рок. Только комбаты были. Да, только комбаты были, я помню, давно на X2. Вообще не мультика. Не знаю, я, блядь, я уже мультики гонял в целке. В хэмовской. А тебе в Т5 был или нет? В Т5 уже комбаты мертвы. Не, в Т4. Ну, это прям старт. Не, кстати, они... Ну, когда только Т5 вышли, там комбаты сильные были. Это я не помню. Там у них халы, вот этот вихрь пиздец хуярил. Еще когда не порезали вот это АУЕ ебаное, я тут так крутил это в РС-ке хэмилской. Помнишь, Кунка? Да. А так в Альбионе ты комбат там же был все-таки, не? Ну я как в Норды пришел, я в мультика свапнулся. Вот, а вот во время Альбиона там как раз кроме комбатов вообще, кажется, никого не было. Не, вроде да. Ой, ебать, еще летит. Блять, все доны побежали. Бля, я бы на мельках съебался оттуда, нахуй. У тебя что, комбо-поинты есть, нахуй, на Б именно? Что за хуйня? Карныч, 1, 2, 3, 4, не ошибешься. Это вроде последний, да? Мобики. Или че? В РС-ку или в ТТГ? Я вот не понимаю, нахуй. ТТГ завтра. ТТГ вроде даже писал. Завтра 2 ТТГ, может. А сейчас? Короче, с ним. А сейчас в РС-ку. А не в ТТГ еще? Еще один. А где? А чё питомец не атакует, нахуй? Посылаю его в атаку. Кончит питомец. А чё, у тебя те же самые кнопки, как и у мема? Ну, почти. В смысле, тот же верный выстрел? Ну, бля, как... Из верного это, выстрела и жизни, как? Е, да, атаковать? А, это прожимка. Главное, единичку ПК нажимай и троечку. Поддерживай все. И все будет хорошо. Что, дал своему конта кому-то погонять? Ну, я решил подэсэшить, а дал там погонять. А как у тебя кнопка В стандартная, убрать полоски ХП? Ctrl-V, не? Все. Бой-то пока, видимо, да? То есть ты геймплей, там, где за тебя все делает Пет, поменял на тот, где надо просто тыкать одну кнопку по всему рейду. Ой, да? В душе я немножко ДЦ, мне захотелось вернуть времена, так сказать. А как второго питомца? Гуляю или что? Он сам вызовется. Да, пуляй. А на шифте я прожимка заебись. Я начинаю.
Чё, цирк приехал? Лево, я не понял. Чё? Ты приехал? Да. Какой-то сложный прикол, я его не понял. Ну, такое ощущение, что меня могут. В комнате тебе вот. На 75 стаков, парни, разойдитесь. Проверяем танков на прочность, так сказать. А что тут нужно делать? Да мы пока сами не знаем, вот, блядь, разбираемся нахуй. 5 кдпс, позик, я хорош. Блядь, позик, ты чё, охуел? Первые шаги положены. Какие первые, блядь? Это последние, нахуй. Где там кунка шел, бля, кому-то не было? Чё ебало я вообще поставил, нахуй? Здесь произошли страшные события. Да. Чё ты 4 делает вообще, блядь? Дайте, мужики, дайте каску, пожалуйста. И пристабав. Пороги, каску можно? Не вянах. А, вместо МП5 или протобафа там. Да. 4.5. Найс. А, понял. Просто укус змеи, блядь, и залп нахуй, да? Угу. Чё ты на ханте делаешь? Ебашь. Смотрит, как пет бьёт. Ну, салю. Фелиция. Ой, я нашел кнопку, у тебя команда взять нахуй. Дай на поле сможешь? Нет. Я могу, я на поле. Мужчина. На пол это не ко мне, да. Ебать, герой. Мне каску дали? Ебы. Ты за на пол. Заслужил. Бля, чё, опять сорву? У тебя праведка отключена, что ли? Бля. Отрыв где-то, не нашел. Ладно. Чё, как дела, Луксор? О, сдерживание. Ой. Я на иступление. Кана, когда он увеличивается, Shift-R нажимает. Пошел сдерживать. А, это не так. Давай, Shift-R, Кан. Это что, курс молодого бойца Хандера? Да, я что-то под СШ захотел, пиздец. Видишь, прыгаю, скачу, блядь. Все, возвращаешься к корням? Да. А чё Хан, блядь, по 2000 всё бьёт, ну? Чё за хуйня? Тебе кажется. Сколько он должен, блядь? Не, да, тебе кажется. Когда прокает, то у него по 6000 там летает. Или до взлётки, кстати. 7к дал, ну сейчас получше, по-моему, да? Растёшь на глазах. Боец. О, блядь. Я с Дрищиком переписываюсь, Беба. Чё пишет? Чё-то поздоровались, спрашиваем, чё как у друг друга. Он мне месяц назад там писал. Звал, в двойку звал. Глад нахуй. Ну они, кстати, всех убили. Кроме Синдры. Молодцы.
На прогрессах, на прогрессах. Хули, Бьерн, ебать. Бьерн уже не играет. А кто там у них? Какой-то Роза. Росовку мусор. Блин, а можешь объединим их гильдию, типа я там, блядь, по дипломатию, нахуй. Да, давай. Я же хуманом был, типа дипломат, да хуя. Да, давай. Давай? Да. Как свали эту друидку, блин? А, начиналось. Альфа. Альфия? Альфия, да. Спрошу. Это же там подруга. Это же подруга Мисака вроде, да? Берегите. А вот подруга, не знаю. Просто помню ее. Она тут была, играла. Хуй знает. Пиздец. Как же Тараса сильно апается, рогует и пиздец вообще. Да это Кленборн, нахуй. У меня сразу плюс 3к ДПС, блядь. Это раса специально для роги, походу, писалась. Да. Да, это вообще кринж. Я прям слышу, как ты скиллы спамишь, как ёбаный, блядь. Дыщ. Ванина, бля. Я стараюсь, потому что видишь. Для тебя. Так, Юзура, Нихира, Зоркий. Хуящие. Нихира, помнишь? Да. Думаю, что-то очень. Он прист. Прист, по-моему. Прист. Я еще помню Юзурочка. Юзурочка, на. Юзурочка, да, помню. Не, ну. А, ну Акана, ты-то, кстати, да, ты помнишь. Бля, 8600, я, бля, с каждым боссом все сильнее дамажу, ебать. Эти приста, пожалуйста. А что делать с маной позик? Почему ее нету, нахуй? Папа, а что ты за позитрон играешь? Я хан теперь. А, дух гадюки, пиши, типа. Бля, Акана, это провокация, нахуй, не приключайся. Позик, дай приста. Пожалуйста. Чё дать? Приста, баф, приста. Да, вопрос. Ебать, красиво. Бля. А что сейчас, выйдет опять можно, да, или что? Сделать? Нет. Нельзя? Вроде можно. Тут что нельзя. Сейчас проверим. Поставьте рыбу. Вот, можно? Подожди, после того, как она лестница поставит. Не сходите, не. Бафы спадут, кажись, у нас. Да, ну, когда она лестница спадут, сейчас все бафы. Все остальные инсты вроде убрали, а здесь оставили. Но у меня того, что пропал первый, когда появился. Ну, сейчас узнаем заодно. На кого, на ком-то есть рыба чисто потащить? Да не есть. Только рыба. Вон приста бафы должны пропасть. Пьеты должны убраться от тотема. Сейчас посмотрим. Лё, а как пьеты убраться 100%? Все, заебись. Не, осталось. Пьеты считаем. Можно выйти. А, бля, IQ упало нахуй. Пьет рыба. Ну, такая параша, кстати, осталась, нужна комната. Чё по пати, как? Последнее желание. Снимите спейси на распыл. Сидящая одноручная. Надо спейси на распыл. А чё по пати? Первая, вторая тьма, третья, четвёртая свет. Просто. Так это на танк какая-то прикольная пушка. Ну, очень прикольная. Плюс ток силы. Ебать. Мы сейчас получаем увеличение на 300. Да всё, первая, вторая тьма... Третий, четвертый свет, что ли, сидеть. По хилам только надо... ДЦ и Холи Пал останемся во тьме, а остальные в свет. Пусть Энх вон идет в этот... В свет тоже. Чехопал соло похилит. Свет, что здесь парится. А у нас будут геры во тьме? Ну, Эршам. А у нас будут сами, да? Вот, так у вас Эршам и Энх все во тьме. Хопал остается в свет и все. Я в свету, Мишка. Да. Энх все будет. Энха я в свет перенес. Первая, вторая. А, первая, вторая, восьмая, вторая, третья, четвертая, свет, все. Все, гоу. Выйди нахуй. Выйди нахуй. Ладно, я выйду. Рыба была, я просто. Я выйду. Еще раз, первая, вторая, свет, да? Что-то выйдите, 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 выйдем же. Да, конечно. Прибавьте его. Рыба не спеет уже, наверное.
На полое луксора давайте. Да танки там сами, надеюсь, распределились. Как напулить? А я тоже, наверное, в тьму пойду, ладно. Всякие. Да я во тьме есть еще, big damage. А чё они типа анонснули и обосрались и опять все вернули как было? Мне кажется, они просто не просто не заныло, блять. Это не нахуй. Перебежали. Бежали. Серит упадет. Осторожно. Пизда всем. Ты Фелицию зашел там? Да. Ходи. Блядь. Звезда вам. По тьме останешься. Да. Да-да. Веди, босс. Казар. А, Лакрима. Стопните пока тьма. Сегодня. Да, точно Лакрима. В свет выходите. Вторая, третья. Это какая там третья, четвертая. А да. Вич. Дайте герой там и там. Шан, да, Гер? Там вреда. Че, в обоих дать Гер хочешь? Да-да-да, давай. На танке, танк перейдет в другую сторону. Бля, сейчас вдохнет на нас всех. Да стоял бы как стоял, ничего бы нас не задело. А это ж не Синдрана, он так не дышит. У нее 50, ну тоже пол фрейма радиус. Я стоял у него под лицом вот так вот. Перед второй фазой нормально все было. Ну вот когда я остановился, я всегда помирал. Сейчас тут надо стопнуть, видимо. Бейте. 40 ничего. Сейчас стопните, свет. Переходим. Свет стопнет. Свет стопнет? Да, это свет же. Ну кто так, блядь? Ёбаный в раз. Хорош. Чё, вы там живете? Нет. А, у нас метку не выносили, нахуй, блядь. Она взрачно пол арены. Пиздец. Чё, может хватит нам процентов? Ты все равно тьма бить. Не, мы живы, мы живы. Реально 40. Живы, никому не сдох, нас просто откинуло. А, блядь, ничего, вы молчали, мы уже вайпнуться думали. У нас просто бить нельзя было. Что, бить нет? Всё, бить. Блядь, убегать, я не знаю, как-нибудь. Свет.
Не стопайте, тьма. Не догонят сейчас. Стопните пока. Немножко. А все бить. Разбивать, да, уже. Хорошо, мастер, да, Луксор. Чешка, шея. Бота. Сделайте скрины на форум, это, блядь, что за дерьмо? Что это, блядь, за хуйня? Бля, может и поезд взять? Пиздец, блядь. Взять все три, нахуй, сделать из них одно кольцо, да? Давайте кому надо. Еще никому нахуй не надо. Уходи, пузик. Так, что там? Резко? Так кто там по мейну? Луксор и Колдплей, они забирают. А, ну и Шаман, следующий. Все по мейну. Ну, они считают три пояса, это, можно сказать, за пол ГП можно отдать вам, в принципе. Пояс хорош. Можно сказать, всем по одному, как раз. Типа нет лишних людей. Реслин это на олспик. Да, просто по пол ГП даем и все. Я закину сейчас вам, боссе, шмот. Колдплей. Не, Луксор, перегрузочка и Колдплей, а Реслин это в спек. Так, кому еще не дал там? Луксору. Че, все на сегодня или че? КТГ. Да, да, идет, да? Луксор, ты ушел, что ли, с рейда или что? Я не вижу тебя. Он себе закинул трейдсы. Авель, вон там NPC стоит. А че там, вроде распишение, тюрьма сегодня еще. Может, тюрьму сгонять? Там тюрьму сдавать, кажется. Кирилл сказал, завтра можем. Ну, писал там в офицерском. Может, сегодня сходим? Пизду. Я не хочу. Надо прям говорить. Ролить. Да у нас сейчас половина отвалится. Давай легче завтра. Если объявим, то половина вернется. Завтра, короче, Кирилл там сам соберет. Ну, хуй. Завтрак, завтра. Луксор, ты где? Ну, кто не хочет в СЛК десятку ХМ садить? ХМ? ХМ. ХМ. ХМ.